Несмотря на солидный возраст, 99 лет, Константин Федотов старается не пропускать торжества, посвященные Дню Победы. Всегда бодр и в строю, чтобы и дальше во всем быть примером для молодежи. Мы знаем, значит, значение патриотического воспитания молодежи. И когда они, значит, ежегодно видят вот города-герои, сражения такие, как, значит, битва под Москвой, Сталинградская, Курская дуга, там Багратион, операция, и другие, которые во время Великой Отечественной. Это, как говорится, молодежь, ну, вооружает знанием истории страны. В ожидании главного торжественного концерта – салют победе, танцы, песни, полевые частушки. С первых секунд гостей погрузили в атмосферу праздника. Ветераны Великой Отечественной войны – Константин Федотов, Николай Муравьев, Анатолий Олейниченко. А еще дети войны, узники концлагерей, блокадники в сопровождении кадетов и юнармейцев. Салют победе сегодня объединил всех. Эстафета «Салют Победе» дала возможность побывать в различных городах, дала возможность прикоснуться к настоящим ветеранам, причем сделать это не перманентно, только 9 мая, а сделать это на протяжении всего года. И я очень благодарна этой эстафете именно за это, потому что всегда удивляла, что вдруг вспомнили о ветеранах, вдруг вспомнили о людях, тружеников тыла. Об этом нужно помнить всегда. После торжественных речей на сцене традиционные символы эстафеты «Салют Победе». Быть причастной к этому событию очень важно, считает юнармеец Диана Гусева. Девушка-командир отряда имеет медаль за юнармейскую доблесть. Решила, в будущем пополнит ряды российской армии. Победа для нас всех, для нашей России, большой родины, это очень огромное событие, масштабное. Я считаю, что каждый должен иметь честь и сострадание людям, которые погибли или остались живы и сейчас являются ветеранами. Яркая концертная программа с участием таких известных артистов, как Денис Майданов, Александр Добронравов и многих других молодежных музыкальных групп. «Салют Победе» — это объединение большого количества творческих коллективов, организаций и школ с одной целью — передать из поколения в поколение память о Великой Победе. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».